1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Ежегодно к этой дате предоставляется материальная помощь для людей старшего возраста. В этом году ее получили 1528 губкинцев. Это женщины старше 60 лет и мужчины старше 65. Выплата тем людям, которые состоят на основном учете и получают какие-либо другие, да, выплаты, предоставляется материальная помощь в беззаявительном порядке. Но если гражданин проживает в Губкинском, достиг этого возраста, но на учете в органе соцзащиты не состоит, то ему необходимо обратиться с заявлением на предоставление этой материальной помощи. Также для неработающих пенсионеров предусмотрена материальная компенсация расходов на оздоровление. Ее можно получить раз в 3 года. Перед этим нужно обратиться в соцзащиту для включения в список. Срок приема заявлений с 1 февраля по 1 октября. По возвращении в Губкинский нужно предоставить в управление документы, подтверждающие проезд и отдых в санатории. Сумма возмещения не более чем 1890 рублей в сутки. Продолжительность такого лечения не должна превышать 21 день.